Азербайджан, кто и почему накаляет у нас обстановку? Как вы все помните, уважаемые мои слушатели и подписчики, я всегда говорил, что пока так называемые российские миротворцы в Карабахе и не только здесь мира нам никогда не видать. А с закрытием для России выхода на Запад с огромными санкциями для ущерба экономике России, единственным для нее выходом для нее остается форточка на Большой Восток и в Южную Европу проходит через Азербайджан с ее транспортными магистралями. И понятно то, что Россия с ее имперской политикой «разделяй и властвуй» принесет для Азербайджана, Грузии и ее форпосту Армении много тревожного и неприятного. Ведь ее интересы и влияние сильно завязаны на Южном Кавказе, которое после потери Украины и всего западного региона, для нее Южный Кавказ приобрело геостратегическое значение. И если Россия потеряет для себя и наш регион, то это будет для нее смерти подобным. И по моему мнению, после этого в России начнется сильная турбулентность в ее национальных окраинах. И первыми в возможном развале по принципу домино будут в первую очередь республики Северного Кавказа, Дагестана, Поволжья, Саха, Якутия и другие. А Армения, как и Карабах, для России стала архиважным звеном для выживания и влияния на Южном Кавказе. Где нам понятно то, что Россия будет до последнего армянина сражаться за эту, ими же искусственно созданную в 19 веке образование. Где посол России в Армении Копыркин в открытую заявил, что Россия ни за что не уйдет из Армении. Да и не только посол, но и другие официальные лица в лице Володина, Лаврова, Захарова и других заявляли такие же тезисы. Угрозы звучат не только в отношении Армении насчет его явного сближения с Западом, но также Азербайджана и Грузии. Недаром говорится, что «у страха глаза велики». И этот страх присутствует не только у Армении, но и в Грузии тоже. Правительство, которое ведет очень осторожную политику в отношении к России, при этом чуть ли не конфликтуя с Европейским Союзом и Украиной, идя против их призывов и услужливо перед ней готовит закон об иноагентах и не хочет освобождать третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, боясь вызвать гнев Кремля. Но также же угрозы были и в отношении Азербайджана. Когда российские политики предлагали и призывали власти России ударить по нефтедобывающим структурам Азербайджана в Каспийском море. И таких негласных угроз со стороны России было немало. Но самая большая угроза для Азербайджана, кроме Ирана, конечно же, исходит от России в Карабахе. И пока эти так называемые российские миротворцы будут находиться в Карабахе мира, нам с Арменией никогда не видать. В этом свете нам понятно то, что засланный казачок Рубин Варданян был и есть проект Кремля. Конечно же, руководство Азербайджана добилось его отставки с поста правительства квазигосударства под названием Арсрах. Но по заданию своих кремлевских кураторов этот провокатор и мошенник Варданян остался в Карабахе. И понятно то, что этот провокатор задержался в Карабахе для дальнейших провокаций и нагнетания напряженности в карабахском регионе Азербайджана. Он джокер для России в Карабахе. А это Россия и ее имперская политика может делать прекрасно. Хотя армянские бандформирования из армии Армении давно должны были выведены из Карабаха, но этому препятствует лживая политика Армении и потакание этому со стороны российских миротворцев. А после агрессии России против Украины, этих миротворцев правильнее назвать миропритворцами. У которых, скорее всего, их роль заключается в том, чтобы постоянно держать зону Карабаха в напряженном состоянии. А вчерашняя провокация армян на грунтовой дороге в объезд основной тому свидетельство в провокации не только армян, но и миротворцев. Вооруженный инцидент в Карабахе, на грунтовой дороге Ханкенди-Гайбалы-Туршу, имеет все шансы стать поворотной точкой в развитии ситуации вокруг Карабаха. Как поясняют азербайджанские эксперты, эта грунтовка идет в объезд основной дороги Ханкенди-Шуша-Лачин, где сегодня стоят азербайджанские гражданские активисты и откуда уже не получится проводить мины и боеприпасы. Ранее армянская сторона использовала ее для снабжения своих постов. А теперь подключила к незаконному транзиту мин, боеприпасов и много чего другого запрещенного. И в свете чего нам понятно, что армянская сторона вновь и вновь нарушает трехсторонние заявления трех стран. А российские миротворцы потакают армянской стороне.
Кремлевские кукловоды армян, понимая свою ошибочную политику в отношении Азербайджана, решила перейти в атаку и задействовала свою лживую пропагандистскую машину, подключив к этому свои центральные СМИ. Отстранив себя и армянских бандитов, российские СМИ опять хотят выставить в неприглядном и виноватым именно азербайджанских военных. Хотя формально деятельность России – это как бы другая статья и вряд ли кажется случайным, то, в каких выражениях сообщали об инциденте ведущие российские масс-медиа. ТАСС, трое представителей полиции Нагорно-Карабахской республики, НКР, погибли и еще один ранен в воскресенье во время обстрела дежурной машины паспортно-визового отдела диверсионной группы азербайджанских военных. Об этом сообщило армянское информационное агентство Арменпресс со ссылкой на МВД непризнанной НКР. Далее Интерфакс, заголовок сообщения, в НКР сообщили о трех погибших сотрудниках полиции из-за диверсии ВС Азербайджана. Сайт телеканала «Вести», в МВД Нагорно-Карабахской республики заявили, что диверсанты атаковали служебный автомобиль полицейского паспортно-визового управления, убив трех и ранив одного человека. Здесь можно, конечно, поинтересоваться, что это за паспортно-визовая служба у никем не признанного сепаратистского образования. Что они делали на грунтовой дороге? Почему в роли дежурного автомобиля выступал УАЗ «Буханка», раскрашенный под скорую помощь? Наконец, почему армянская сторона начала спешно ретушировать оружие на фотографиях с места инцидента уже после того, как незаретушированные оригиналы были слиты в сеть со всеми графическими свидетельствами, что оружие действительно провозилось? Но самое главное, сообщать об инциденте российские СМИ начали со ссылкой на сепаратистов. Причем в их сообщениях, непризнанное НКР указывается без кавычек. И это не полуоппозиционные сайты, а контролируемые Кремлем ведущие информационные структуры. Асинхронность таких действий уже заставляет задавать вопрос, является ли Московская декларация, где Баку и Москва обязались уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга и не допускать антикампаний в прессе, действующим документом. Так что по-настоящему расстреляли на грунтовке не армянских полицейских, а авторитет России как миротворца. Хотя о каком авторитете этих миротворцев можно говорить, если их страна ведет захватническую и оккупационную войну против Украины и ее героического народа? Но здесь высвечивается ряд цепочек провокаций и расшатывания стабильности в Азербайджане, где кроме России и его армянского союзника активно им помогает муллократы Ирана. Конечно же, мы все помним, как фарский режим Ирана постоянно и на протяжении длительного времени ведет подрывную политику против нашей страны. Особенно сильно этим занимается канал Сихер. Да и официальные лица в лице военных, депутатов и чиновники разных мастей постоянно выступают с провокационными и антиазербайджанскими заявлениями. Мы также помним брицание оружием Ирана у наших границ. В угоду своим армянским братьям. Также и то, как иранские спецслужбы ведут подрывные работы против Азербайджана. Здесь вербовка агентов, пропаганда и создание пятой колонны в Азербайджане. А нападение на наше посольство в Тегеране нам говорит о том, что режим муллов в Иране не воспринимает Азербайджан и ее светский путь. Даже преждевременная и загадочная смерть Гаджи Шахина наводит тень на Иран и Россию. Кроме того, последнее вооруженное нападение на инкассаторов в магазине «Браво» со смертельным исходом нам говорит об тревожных симптомах. А стрельба на торговом дополняет наши опасения и тревогу того, что, по-видимому, каким-то силам и странам не по душе стабильность в Азербайджане. И если проанализировать цепочку последних событий вокруг Азербайджана, то можно прийти к выводу того, что нам открыли необъявленную войну в дестабилизации в нашей стране. Хотя, возможно, это всего лишь предупреждение нашему правительству и народу, что эти вражеские к нам силы могут принести в Азербайджан дестабилизацию и регулируемый хаос. И как я всегда говорил, и, видимо, борьба за сферу влияния и интересы в нашем регионе вступает в решающую фазу. Где с одной стороны будут Россия, Иран, Индия, Франция, а с другой стороны США, Великобритания, Израиль, Турция. И задача нашего правительства и народа заключается в том, чтобы не оказаться крайними и не затоптанными в этой борьбе за Южный Кавказ с ее транспортными и логистическими структурами. И я верю в мудрость нашего народа. К
который не пойдет на поводу провокаторов в разжигании в нестабильности в нашей стране. Так как наш путь идет через прогресс и развитие на пару с нашей братской Турцией. Автор Габель Мирзоев. Азербайджан, кто и почему накаляет у нас обстановку? Как вы все помните, уважаемые.